Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Возвращение соседей из ада». Ну что, Вуди, ты готов? Поехали. И спасибо, ребята, вам большое за ваши подсказки. И вот, как видишь, я прошел вот эту миссию 6 из 6. Так что надо, наверное, вот здесь тоже допройти, чтобы было 4 медальки из 4. Поехали. Так, а что мы здесь с тобой не сделали? Я вот не помню. Давай по-быренькому прошуршим. Ага, подушка-пердушка. Значит, нам с тобой здесь нужно, по-моему, вот здесь что-то взять. Так, а как он ходит? Ну, он смотрит телевизор. А, понял. Он, ребята, будет сейчас смотреть в окно. А нам нужно с тобой вот этот вот клей сделать. Отлично. Так, а куда клей-то мы с тобой должны применить? Я уже и не помню. А, к биноклю, конечно же. Конечно же, к биноклю. Так, раз, два. Две шутки у нас уже есть с тобой. Так, в холодильнике, по-моему, мы найдем яйцо. Окей. Ну все, ребят, приступаем. Короче, делаем следующее. На бинокль. Яйцо в микроволновку. Во-во-во-во-во-во, он уже бежит. Он уже бежит. Так, дальше мы с тобой не будем здесь пока отвлекаться. Мы последнюю с вами сейчас шуточку сделаем. Это будет с антенной связано. С антенной. И подушка-пердушка. Все, друзья мои. Сейчас он, короче... придет в комнату, начнет распутывать антенки, это первое. Ну и сядет на подушку-пердушку. И будут у нас 4 медальки. Да, у чувака злость просто зашкаливает. Ну все, 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 давай. И последняя шутка. Да-да-да-да-да-да. Не психуй, соседушка, не психуй. Отлично, друзья мои. Выполнили, все идеально. Так, ну что же, давай тогда пройдем то, что еще не прошли. У нас, например, футбольные баталии, да? Или давай что-нибудь другое с тобой. Например, яблочный пирог. Кстати, кто-то спрашивал, какой это сезон. Ребят, я не знаю, какой сезон. Я знаю только одно, что миссий здесь будет приличное количество. Так что давай-ка мы, наверное, с тобой... А вот, давай лучше банный день возьмем. Чистота – залог здоровья. Сосед-вонючка с нетерпением ждет возможности расслабиться в ванной. А пока вода набирается, он листает старый альбом, где полно фотографий его дорогой мамаши, попутно поглощая сладости и приглядывая за пудингом, но Вуди уже придумал пару новых пакостей. Да, Вуди придумал пару новых пакостей. Так, где у нас соседушка? Давай посмотрим. Ага. Предположим. Он листает книжку. Так, мы с тобой вначале быстренько пошуршим здесь. Что там? Ух ты. Черная вакса. Клей. И фломастер. Так, куда идет соседушка? На кухню. Молочка, что ли, решил попить? А, он же свой пудинг здесь делает, да? Мне просто нужно посмотреть, как он тут будет ходить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять, ребята, медалей мы должны с вами здесь заработать. Девять. Так, а сейчас он куда идет? Ага, в ванную. Видимо, набирать воду. Так, предположим, я выйду. Что я могу сделать с клеем? Воу-воу-воу-воу! Вуди, быстрее, 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 он идет. Твою ж налево, какой он быстрый, а. Так, давай, наверное, бутылку я не могу взять, да? Так, что у нас тут в ведре? Воу-воу-воу. А что нам нужно-то? Бутылка пустая. Так, он идет сюда, да? Нет, он идет за конфетами. Так, сейчас он будет там с бутылкой что-то делать. Мы заберем с тобой бумагу.
Так, бумагу забрали. С ней все легко и просто, да? Мы засоряем ему унитаз. Вуди, беги! Так, здесь-то что нам сделать? Конфеты. А что с конфетами можно сделать? Я не знаю, ребята. Не действует клей. Так. Понятно, ребята. Толчок он, короче, увидел. Сейчас будет его, естественно, чинить. Так, яйцо мы ставим с тобой в микроволновку. Что ему вот сюда вот, интересно, может быть... О! Нет? Нет? А если клей? Странно. Так. Подожди тогда. Я, ребят, немножко даже озадачен. А что же тогда делать? Клякса, клякса, клякса. Может быть, кляксу в воду ему бросить? Нет. Может быть... Подожди. Ха. Так, ладно, ладно. А что же мне... Подожди-ка, здесь тоже можно... А, здесь что-то тоже есть. Что это я такое нашел, ребята? Как же заставить соседа этим обрызгаться? Волосин. Что еще за волосин? Короче, надо что-то с книжкой придумать. Может быть, клеим ее? Ага. Ребята, книгу мы с тобой обмазали клеем. Шарики, видимо, меняем вот здесь. Блин, вот что делать с волосином с этим? Даже ума не приложу. Так, подожди, подожди, Вуди. Воу-воу-воу-воу, нам бежать надо отсюда. Что, блин, за волосин? А если мы, например, его сюда положим? Ну, это бред, наверное, да? Ну, я так и понял. То-то и оно. Да-да-да, ребята, злой. Так, он сейчас пойдет, наверное, свои конфетки кушать, я так понимаю. Да, он пойдет сейчас кушать свои конфетки. Воу-воу-воу. Так, он пошел в туалет. Как его тут полоскает. Так, тихо, нам с тобой, Вуди, не надо идти сюда. Сейчас куда он там пойдет? Вот меня что интересует. Ага, он идет за молоком. Так, а мне нужно что сделать? Ребят, надо что-то с этой водой сделать. Может быть, ваксу? Или вот эту? Во! Во, ребята. Волосин, короче, мы туда ему положили. Ну, предположим. Что сейчас будет? А, тут еще, оказывается, можно взять предмет. Это мыло. Ну, с мылом все понятно. Его можно либо здесь поставить, либо туда. Ага. Чудак, елки-палки. Помылся, называется. Ладно. Мыло-то я заберу. Это однозначно. Так, выходим, Вуди. Давай заберем мыло. И... Давай его вот здесь вот поставим. Отлично. Куда он там идет? Конфетки лопать. Блин, мне все-таки непонятно. Пустая бутылка. Что нам в нее нужно набрать? Вот как ты думаешь, что нам нужно в нее набрать, чтобы он, ну как-то, я не знаю. Я так понял, здесь он не хочет. Может быть, в микроволновку? Да вряд ли. Ага, а если вот сюда, вряд ли он согласится, да? А пустую бутылку ты будешь менять? Ну-ка, если вот так вот мы сделаем. Ага, шлепнулся. Да что ж делать-то, а? Не хочет. В ведре есть что-нибудь еще? Нету, говорит, ничего в ведре больше. В холодильнике тоже ничего нету.
Так. Зачем мне, друзья мои, пустая бутылка? Что-то с туалетом связано, может быть? Ага. Бутылка с пеной, да? Короче, с мыльной пеной. Предположим. Куда же вот это вот... Везде оставляет грязь. Слушай, ребят, ну по идее ваксу надо вот в воду. Куда он идет? Он идет в ванну. Вакса должна быть вот в этой луже находиться. Хотя, может быть... Нет, на кресло явно она не используется. Так, судя по всему, бутылочку эту мы с тобой вот сюда, что ли, выльем? Ага. Так. Ну а почему? Почему ты не хочешь, а? Так, подожди-ка, может быть, нам надо в книжке испортить все фломастером? Ну, как вариант. Опа, можно здесь, оказывается? А, ну-ка. Так, друзья мои, все понятно. Короче, сейчас он съест обалденный пудинг свой, да? Плюс увидит фотографию своей мамаши. А вот что сделать с ваксой? Ума пока не приложу. Да-да-да-да-да. Будешь знать. Блин, да куда же тебе, а? Никаких, друзья мои, идей у меня почему-то нету по этому поводу. Сейчас фотографию увидит мамаша. Отвратительная черная вакса повсюду оставляет грязь. Куда же ее применить? Не знаю, друзья мои, куда ее применить, если честно. Ума не приложу. Ну, абсолютно никуда он ее не хочет. Ладно, давай тогда выходить из этого дома. Я надеюсь, что вы, друзья, мне подскажете в следующих комментариях, куда все-таки применять эту ваксу. Ну, а мы продолжаем. Так, нам нужно пройти, наверное, вот это вот. Нет, давай сюрприз ко дню рождения. У соседа день рождения. Как всегда, он празднует наедине с собой любимым. Задувает свечу и желает себе всего самого лучшего. Между делом он спускается взглянуть в почтовый ящик. А ну-ка, пришла ли там открытка или посылочка с подарком? Вот бедолага. А разве так справляет день рождения? Вуди решает его по-соседски помочь. Ну что ж, давай по-соседски поможем. В серии сюрприз ко дню рождения. Погнали. Так, что он там на кухне, да, торчит? Ну, начнем отсюда. Так. Ну, тут понятно, да? Он вниз будет идти или нет? Так, он идет вниз. А, почтовый ящик. Слушай, ну мне кажется, я знаю, что туда надо поставить. Наверное, мышеловку. В плане, он пошел наверх. А, у него там петарда есть. А ну-ка, дай-ка я проверю. Сработает ли этот фокус? Оу! Да ё-моё, он меня пугает. Так, мышеловочку, ребята, мы с вами поставили. Так, сейчас он, по идее... Ну да. Попадет в мышеловку. Ага. Можно вопрос, а куда он бежит? Сломи голову. Куда он разогнался? В туалет? Понятно. Он попал в мышеловку, и, естественно, ему нужно было
забинтовать пальчик. Так, сейчас он пойдет опять к своим петардам. У нас с тобой есть тоже петардочка. Мы ее потом, наверное, с тобой будем использовать. Но сначала здесь. Забираем бумагу. Забираем бумагу. Забираем с тобой мыло. Так, смотрим, что у нас тут. Ничего, да, в аптечке нету. Окей, ставим сюда мыло. Засоряем ему унитаз. И надо будет нам с тобой как-то... Так, ну телевизор он не смотрит. Еще две шутки у нас с тобой получается, да, есть. С кухни он абсолютно никуда не уходит, только лишь проверить почту. Так, здесь, наверное... Да, здесь ничего делать не надо. Так, свечку, скорее всего, надо вставить вот сюда. Погнали, Вуди, быстрее, 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 быстрее. Нет? Понял. Тогда сюда. Окей. Так, потом он наверняка побежит в ванну. Так, сейчас он взял петарду. Вставляет ее в торт. Задувает. Дурило-то, а. Так, ну ладно, ладно, хорош дурачиться. Кстати, можно было мыло, наверное, вот здесь поставить. Он бы... Интересно, он бы подскользнулся бы в этот торт? Слушай, я, честно говоря, думал, что он побежит в ванную, да? Но нет. Просто проверил почту. И все. Так, что у нас с тобой? Нам еще нужна одна шутка. Наверняка что-то в холодильнике будет. Яйцо. А так еще тут три. Три прикола, ребята. Давай быстрее, Вуди. Что там в холодильнике? Яйцо, да? Ну, это стандарт. Так, уходим. Слушай, что же еще тогда надо сделать? А, друзья мои, он у нас... Мы немножко неправильно сделали последовательность. Он в туалет, наверное, уже никак не пойдет, верно? Скорее всего. У нас два прикола в туалете. Вот как раз вот недостающие. То есть тут... Тут надо сделать все, чтобы, ну... Последовательно. То есть мышеловка должна быть самая последняя у нас. Ладно. Перепройдем это с тобой в следующий раз. Уже получше. Так, а у нас с тобой остается... Вот. Яблочный пирог. Что может быть лучше яблочного пирога, думает сосед, ставя очередной ломтик в микроволновку. Ах, пальчики оближешь. Ну, если как следует приспичит, забудешь даже про яблочный пирог, и сосед с племглав мчится в ванную. Вуди остается только ловить момент. Должен же кто-то помешать соседу наслаждаться пирогом. Ну, естественно. Мечтает он там о пироге, конечно. Кукиш тебе. Так, что у нас тут? Понятно. Тут чирикаем. Так, он будет бежать в туалет, верно? После этого пирога своего. Или что? Пока не ясно. Так, ага, идет делать там сливки. Ест. Во-во-во, ребята, его прибило в ванну. Ну, Вуди. Его прибило, друзья мои, в ванну. Так, мы сейчас с тобой здесь. Да, понятно, увидел. Так, что у нас тут в микроволновке? Ой, в холодильнике. Яйцо. А сливки мы... Во, нет. Ну, клей в пирог, это будет жестко, конечно. Так, он там пшикается. Бреется, да? Мыльно-рыльный, как говорится, делает. Идет куда? На кухню. Идет на кухню. Погнали.
Так, значит, нам нужно с тобой еще разобраться. Да иди ты, говорю. Здесь берем мыло. Здесь берем мыло. Да бери ты, говорю, мыло. Так, с яйцом прикол мы уже видели. Мыло ставим сюда. Туалет засоряем здесь. А ну-ка. Нет? А сюда? Вот. Так, друзья мои, отлично. С ванной разобрались. Хм. В ванне у нас с тобой три прикола, да? Еще где-то два остается у нас. Ну, как ты понимаешь, предметов у нас больше с тобой здесь нету никаких. Вообще нету, ребят, никаких предметов. Ну-ка. Ага. Увидел. Унитаз. Так, в аптечке у нас с тобой... Кстати, я ее проверял. Так, отлично. Упал. Ну-ну-ну-ну, хорош, хорош. Давай, бери, вон там тебя еще лосьончик ждет. Так, все, да? Разозлился, распсиховался. И пойдет опять кушать свой пирог. И пойдет свой пирог лопать. Короче, ребята, еще два. Тихо, подожди, Вуди, Вуди, подожди, подожди. Он еще не ушел. Я не помню, я смотрел ли аптечку или нет. Сейчас глянем. Но вроде бы смотрел. Давай, заходи. Так, что у нас тут? Ага. Волосин. Меняем. Пена для бритья. Все, ребята, вот они, два прикола. Пена для бритья будет у нас идти вот здесь вот. Отлично. Иди, иди. Такой довольный своим пирогом носится. Все, поел. Вот, дуй теперь в ванну. А я пока тебе тут пакость сделаю. Так, подожди, давай, Вуди. Ну вот, в принципе, друзья мои, и все. Так, смотрим. Нифига, ну... Выросла у чувака. Если у него, ребята, есть дома волосин, почему он тогда его не применяет? У него же голова лысая, там три волосина всего лишь. И последний прикол, это будет по поводу сливок, да? Вместо сливок будет пена для бритья. И у нас с тобой будет полностью все медальки собраны. Ага, взял кусочек. Он еще ждет, пока подогреется в микроволновке. Вот оно что. Долго, долго ждет, если честно. Ну, может, хватит уже, эй. Так. Ага. Ну вот и все, друзья мои. Вот здесь мы прошли с вами на все медальки. Отлично. Да, Вуди радостный. Все у него получилось. Так, и нам, друзья мои, доступно. Ох, ё-моё. Пикник на балконе. Солнечное утро. Искусство требует жертв. Все на борт. Мастер-ломастер. И утренняя гимнастика. Так, ну что же, этим, наверное, мы с вами займемся уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам.